Ему принадлежит огромная заслуга в завоевании победы во Второй мировой войне. Из-за происков армян он так и не получил Нобелевскую премию. Азербайджанский ученый Юсиф Мамедалиев. Юсиф Мамедалиев родился в 1905 году в городе Ордубад. В 27 лет он написал свою первую научную работу и, не защищаясь, получил степень кандидата наук. Его изобретения помогли Советскому Союзу одержать победу во Второй мировой войне. Разработав синтез толуола, он увеличил силу удара артиллерийских снарядов. Затем на основе этой смеси создал коктейль Молотова. Но почему эта смесь носит имя Молотова, а не Мамедалиева? Министр иностранных дел СССР Молотов в 1941 году представил коктейль премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. На этой встрече Черчилль и назвал зажигательную смесь в честь советского министра – коктейль Молотова. Позже азербайджанский ученый изобрел высокооктановый бензин. Это привело к значительному повороту в ходе Отечественной войны, поскольку с этим бензином советские истребители летали с большей скоростью. В 45 лет он изобрел еще один вид топлива. Тем самым в мировой науке началась новая эра. При помощи этого топлива на орбиту был запущен первый спутник Земли. Гагарин полетел в космос. За эти изобретения Мамедалиева хотели выдвинуть на соискание Нобелевской премии. В 1957 году Политбюро при участии Хрущева даже дало согласие на выдвижение. Однако неожиданно в Политбюро поступает анонимное письмо. В письме указывалось, что изобретение академика содержит государственную и военную тайну. Письмо поддержали чиновники армянского происхождения во главе с заместителем председателя Совета министров СССР Микояном. Так, с подачи армян решение было аннулировано. Оставшийся без Нобелевской премии ученый за свои изобретения непосредственно получил степень доктора наук и почетное звание академика, что было редчайшим случаем.